Хотите прикол увидеть? Вот смотрите, порог. Я снимаю порог, который чуть-чуть ржавый типа. А под низом я вижу старый порог, который был до этого. И получается, что вот этот старый, к этому старому порогу был приклеен новый порог. Приклеенный порог, новый. Прикол. Вот именно поэтому старый ржавчина, там конденсат. И поэтому вот новый порог вот так выглядит. Видали, как делают некоторые мастера, так называемые, в кавычках. Понятно, что я это буду все вырезать, всю эту гниль. Но эта гниль, она осталась. Вот так вот делают мастера, которые берут деньги. Вот так вот, смотрите, что бывает. Я с чем столкнулся, то вам и показываю. Кто мне делал машину, тот знает. Не знаю, смотрит он ролики, не смотрит, но это говно. Вот так оно выглядит. Эту работу по-другому не назвать. Я, конечно же, для себя сделаю, как получится. Я не мастер, но плююсь, работаю и плююсь.